кризис. Опять этот дурачок за милашкой не пошел. Не пошел. Дурачок. Хорошо тебе, Колька. Всю жизнь занимаешься любимым делом. Завидуешь. Завидую. Еще как. Завидую. Делаешь то, что тебе нравится. Надоело, бац. У меня творческий кризис. И сидишь, ждешь, когда этот парень на экране поумнеет. И все к тебе с уважением. Художник имеет право, ищет. Попробовал бы я в своей больнице объявить кризис. Ну так попробуй. Ну как это? Ну как, как это? Коленька, кризис, это же... Это же философия целая. Это же надо так много думать, чтобы куда-то так зайти, что выбраться уже не можешь. Вот кризис. Я когда на медицинский поступал, один профессор говорит, вот этот парень поступит или не поступит. Вот. Вся философия. Ну, правильно. Просветляй мозги.